небольшое, так сказать, видео моего первого дня пребывания в магазине. Ну, на самом деле не первый. Ну, не знаю, будем считать, что он первый трудовой. 6 утра, ну, уже 7, наверное, дорога у нас тут проходит. Тачек мало еще гоняет. Обычно тут можно наблюдать пробку. Ладно, попадаем вовнутрь. У нас лестницы, там сверху сдаются офисы, тут всякие туалеты и другие офисы. Как бы дверь в магазин. Попытаемся попасть внутрь. Как бы, что меня радует? То, что, в принципе, достаточно много окон. То есть нехватки в дневном свете, я думаю, что не будет. Такие будут диванчики. Может, они такие. Я думал, что они будут получше, но ладно. Для клиентов, которые могут смотреть телевизор. Там все, кондишечки есть, камеры, витрины, стеллажи. Конечно, маловато еще стеллажей. Еще не весь товар выложен. Как бы, ну. И витрин тоже как-то так. Пока еще у нас не очень много. Ну, смотря с чем сравнивать. Если с суматорией, то у нас их много. Товара, конечно, мало, но зато есть потер. Есть чай где-то тут был. Да, вот чай. Наводись давай, быстрее. Это еще надо. Смотри, тут новое что-то поприходило. Кстати, мне должны были вчера установить 1С-ку. Я тут же компьютер включу. Он должен подгрузиться. Что нахуй тебе надо? Ну ладно. В этом стеклянном здании мы обычно жрем. Я уже хочу жрать, блядь. Очень сильно. Это как бы обратная сторона летней кафешки. Можно пожрать там, к примеру. Ну, тоже неплохо. Не самое уж плохое место, на самом деле. Думаю, что работать можно.